На самом деле я не только лауреат, журналист, популяризатор, знаменитость и так далее, а я, кроме всего прочего, еще и студент-нейробиолог. И как студент-нейробиолог я могу начать с того, что студенты-нейробиологи больше всего на свете радуются, когда на экзамене им попадается вопрос про сон. Потому что в этом случае диалог с экзаменатором выглядит следующим образом. Что такое сон? Я не знаю. Как сон возник в ходе эволюции? Я не знаю. Какие функции сна? Я не знаю. Давайте зачетку. Отлично. Вы ответили ровно то же самое, что написано в учебнике. В самом деле сон — это одна из самых больших на сегодня загадок в нейробиологии. Существует большое количество разных взаимодополняющих теорий, которые чем-то подтверждаются, а чем-то, наоборот, за счет каких-то фактов ставятся под сомнение. И поэтому я совершенно не надеюсь рассказать вам всю правду, а я, наоборот, думаю, я надеюсь, что через час после окончания этой лекции вы будете знать про сон намного меньше, чем в тот момент, когда вы сюда пришли. В первую очередь следует отдать себе отчет в том, что сон — это большая эволюционная загадка. Если бы какое-то животное научилось избегать потребности во сне и сохраняло бы способность быть бдительным, внимательным и беспокоиться о том, что происходит вокруг, оно получило бы большое эволюционное преимущество. Тем не менее, мы совершенно точно уверены в том, что спят все млекопитающие. Скорее всего, спят все позвоночные. И хотя у беспозвоночных, у червяков, у мух и так далее нету сна в общепризнанном смысле слова, в силу того, что у них недостаточно развита для этого нервная система, но тем не менее у них тоже есть суточные циклы активности. Спят все млекопитающие, у них есть некоторое эволюционное давление, связанное с экологией их жизни, связанное с тем, что если вы, например, хищник, и у вас нет серьезных угроз в вашем месте обитания, то вы можете позволить себе спать много. Как, например, лев, который спит по 18 часов в сутки. Если вы лошадь или какое-нибудь другое копытное, которое ведет открытый образ жизни, которое вынуждено следить по сторонам в поисках хищников, то действительно эволюционное давление приводит к тому, что вы учитесь обходиться гораздо меньшим количеством часов сна. Вы спите всего по 2 часа в сутки, причем из них только 15 минут в день вы обязаны спать лежа в стадии быстрого сна, а в стадии медленного сна ноги вас и так держат. Но в любом случае вы стараетесь спать по чуть-чуть, маленькими кусочками, редко и в окружении бодрствующих сородичей. Сложнее всего приходится тем, кто живет в воде. Вот, например, дельфин. Он хотя и живет в воде, но он все-таки вынужден дышать воздухом. И благодаря тому, что он вынужден дышать воздухом, если он ляжет на дно и будет там спать, то он там утонет и задохнется. Ему нужно время от времени все-таки всплывать. И поэтому у дельфинов выработалось совсем удивительное эволюционное приспособление. Если вы возьмете дельфина и наклеите ему электроды, и пустите его плавать с электродами, то вы увидите, что он умудряется спать двумя полушариями поочередно. Спи глазок, спи другой. Одно полушарие спит, второе полушарие следит за тем, чтобы все-таки всплывать. Иногда он обоими полушариями не спит, но если он заснет обоими полушариями одновременно, то долго проспать он так не сможет. Долгое время считалось, что акулы не могут спать вообще, потому что у акул дыхательная система устроена таким образом, что у них вода протекает через жабры для газообмена только когда они двигаются. Но, тем не менее, в последние годы морские биологи и просто дайверы, любители наблюдений за живой природой, описали, что существуют подводные течения в пещерах, например. И в тех местах, где существуют подводные течения, можно наблюдать лежбища акул. Акулы там скапливаются и лежат на дне. Скорее всего, они это делают именно для того, чтобы поспать. Потому что в таком случае поток воды промывает их жабры, и они могут позволить себе немножечко отдохнуть. Если мы говорим о млекопитающих, то у млекопитающих сон — это циклический процесс, и он у них делится на более или менее одинаковые стадии, в данном случае на примере человека. Когда вы засыпаете, то вы спите все глубже и глубже и глубже и глубже. У вас происходят 4 стадии медленно-волнового сна. Они называются так именно потому, что если вы посмотрите на электроэнцефалограмму, то волны мозговой активности у вас все замедляются, замедляются и замедляются. Параллельно у вас снижается температура тела, снижается скорость обмена веществ, снижается давление, частота дыхания, сердечный ритм. Но в этой стадии вы можете ворочаться, у вас не парализованы мышцы. Именно в этой стадии вы можете разговаривать во сне, вы можете быть лунатиком на этих стадиях сна.
Что касается снов, то сны вам либо не снятся вообще на этих стадиях, либо снятся скучные, неинтересные, бессюжетные, какие-то отдельные образы, ничего прикольного не снится. Дальше после этого вы переходите на стадию быстрого сна, или она еще называется фаза быстрых движений глаз, или в профессиональной литературе чаще всего ее называют REM-сон, от английского Rapid Eye Movement, тоже фаза быстрых движений глаз. В этой стадии все интересно. Именно здесь у вас самые яркие, интересные сюжетные сны с погонями, с катаклизмами, с сюжетом, с преследованиями. На этой стадии у вас зато очень сильно подавлена активность сенсорных систем. Вы на этой стадии еще более сложно слышите будильник, чем во время глубокого сна. И на этой стадии у вас подавлена активность мышц. В принципе, все мышцы, кроме мышц глаз и, естественно, там сердца и того, что нужно для обеспечения непосредственной жизни вашей, все скелетные мышцы парализованы, и это очень хорошо, это нужно для того, чтобы вы не свалились с кровати в тот момент, когда вам снится, что вы от кого-то убегаете. После того, как прошла стадия быстрого сна, очень сильно отличающаяся по электроэнцефалограмме от того, что происходило во время глубокого медленного сна, настолько, что ее можно рассматривать как некое третье состояние сознания. Вот одно — это бодрствование, второе — это медленный сон, третье — это быстрый сон. После этого цикл, как правило, повторяется еще раз. Вот так выглядит общий цикл сна в течение ночи у человека. Зеленая — это медленный сон, потом голубая волна — это быстрый сон, зеленая — медленный, голубая — быстрый. Вы видите, что соотношение стадий немножко меняется в ходе ночи. Дело в том, что медленный сон, он в большей степени жизненно важен. Если человека или животное лишить именно медленного сна, то оно умрет довольно быстро и в глубоких мучениях. Без быстрого сна взрослый человек или взрослое животное, в принципе, может обойтись. Молодое тоже может, но ему это приведет к глубоким проблемам со здоровьем. И именно поэтому в начале ночи, когда мы еще не знаем, сколько времени мы сможем проспать, когда прозвонит будильник, мы сначала добираем жизненно важный медленный сон, его становится больше, его сначала больше, а потом по ходу ночи, по ходу того, как мы удовлетворили свои жизненно важные потребности, у нас удлиняется постепенно стадия быстрого сна, и поэтому как раз под утро нам обычно снятся наиболее яркие, наиболее сюжетные сны, просто в силу того, что мы больше проводим времени в той стадии, когда они снятся. Такой цикл занимает, как правило, около полутора часов. Здесь существуют, конечно, некие индивидуальные отличия и некие отличия в течение ночи, и в зависимости от того, насколько вы устали. Но в среднем, условно, они кратны полутора часам. И известно, что легче всего человек просыпается там, где он переходит от быстрого сна к медленному или от медленного сна к быстрому. А лучше всего ему делать это в самом конце стадии быстрого сна. И поэтому, когда вы понимаете, что спать вам осталось заведомо недостаточно, и вы думаете, во сколько вам все-таки пойти спать и на сколько поставить будильник, то если вы поставите будильник так, чтобы проспать 2:40, то вы будете очень несчастным. Вы не успеете перейти из стадии медленного сна в стадию быстрого, в которой просыпаться все-таки чуть-чуть полегче, чуть-чуть не так обидно. А вот если вы выбираете между тем, спать ли вам 3 часа или 3:20, то в общем и целом эти 20 минут не очень много вам добавят, но вот хотя бы 3 часа желательно проспать, тогда у вас есть шанс успеть завершить 2 цикла, если у вас не было сильного недосыпа до этого, который продлит вам эти циклы дополнительно. Люди и животные очень сильно отличаются по возрасту, по тому, как соотносятся фазы сна. Если мы посмотрим на то, как спит новорожденный младенец, то мы увидим, что у него медленный сон занимает на самом деле столько же времени, сколько у нас, поменьше 8 часов в сутки. А вот это счастливое свойство, благодаря которому маленькие младенцы умеют спать по 14 часов в сутки, давая родителям хоть какое-то время на личную жизнь, оно обусловлено именно быстрым сном. Быстрого сна у детенышей намного больше, у детенышей любого вида, чем у взрослых. И вполне возможно, что это связано с его ролью в обработке информации, в обучении. Я буду об этом дальше подробнее рассказывать. Вполне возможно, что огромная потребность малышей в быстром сне связана именно с тем, что они сталкиваются с гораздо большим количеством новой информации ежедневно. Им нужно ее перерабатывать, они это делают таким образом. Вот эта картинка была получена благодаря тем героическим добровольцам, которые смогли заснуть в томографе. Спать в томографе, вообще-то говоря, очень неудобно. Там шумно, тесно, страшно, он тарахтит. Но, тем не менее, если вы возьмете людей достаточно сильно уставших, и если вы заткнете им уши берушами, то они смогут уснуть, а ученые благодаря этому смогут посмотреть, какие зоны мозга активируются, а какие зоны мозга, наоборот, подавлены во время стадии быстрого сна.
И мы видим сиреневым цветом то, что подавлено. А здесь самое главное, что во время быстрого сна подавлена активность дорсолатеральной префронтальной коры. Дорсолатеральная префронтальная кора — это самая модная сегодня область в любых исследованиях нейроэкономики, в любых исследованиях того, как мозг принимает решения, потому что это королева когнитивного контроля. Это примерно та зона, в которой мы сопоставляем разные варианты поведения, в которой мы принимаем решение о том, купить ли нам эту кофточку или не купить ли нам эту кофточку, обидеть ли нам этого человека или не обидеть, взять ли подарок, если его тяжело нести, или все-таки не брать подарок, если его тяжело нести, рискуя тем, что подаривший человек его обидится. И принимая такие решения, мы даем на нее серьезную нагрузку. И в частности, мы склонны благодаря ей выбирать какие-то более социально приемлемые варианты. И подавление ее активности в ходе того, когда мы спим и когда мы видим сны, оно, в общем-то, связано с тем, что во снах мы принимаем часто странные решения, аморальные решения, мы кого-нибудь убиваем, нам снится что-нибудь неприличное, нам снится секс с кем попало. Все это происходит потому, что мозг во время стадии быстрого сна ослабил вожжи, ослабил свои представления о уместном и неуместном, приличном и неприличном. Но, с другой стороны, зато активно работают, выделены красным цветом, области, вовлеченные в лимбический контур, области, связанные с эмоциями. Вот здесь есть передняя поясная кора, вот она. Передняя поясная кора — это зона, связанная с эмоциями, мотивациями, с предвкушением вознаграждения. Есть амигдала, амигдала вовлечена в эмоции вообще, и в том числе в эмоции отрицательные, в тревогу, страх, ожидание проблем и так далее. И есть парагиппокампальная извилина, которая тоже работает более активно. Она вовлечена в обработку, например, социальных взаимодействий. И как раз поэтому мы можем увидеть во сне некие сложные, красивые, причудливые социальные взаимодействия. Неожиданные. Вот это классическая лабораторная установка по изучению сна у мышей. Она бывает в разных вариантах, в разных модификациях, но смысл в том, что у вас есть две мыши или крысы, или еще каких-нибудь животных, одно контрольное, второе экспериментальное. Им обеим вживлены в голову электроды для того, чтобы точно снимать, оценивать активность коры головного мозга и точно видеть, спит животное или не спит. И одно животное экспериментальное, и как только оно погрузилось в стадию медленного сна, которая наступает первой во время сна, вот эта платформа начинает поворачиваться. И либо она просто начинает поворачиваться, и благодаря этому стена толкает мышь или крысу, и мышь просыпается. Либо бывают варианты, когда платформа переворачивается, и животное падает в воду. В общем, тем или иным образом животному не дают спать. Животное будет каждый раз, когда оно пытается заснуть. Вторая крыса относится к контрольной группе. И она может спокойно спать во все те моменты, когда бедная несчастная экспериментальная крыса все-таки пытается бодрствовать. В остальном они живут в одинаковых условиях, одинаково питаются, им одинаково скучно на этой платформе проводить целый месяц. Но, тем не менее, та крыса, которая имеет возможность спать в тот момент, когда не спит другая, она остается жива и здорова. С ней все в порядке. Что касается второй крысы, которой спать не дают, с ней все довольно печально. Она начинает очень много есть. Несмотря на то, что она очень много ест, она стремительно худеет. У нее начинает скакать температура тела, и в конце концов температура тела повышается, и наблюдается некое общее расстройство иммунной системы, снижается количество клеток, которые в иммунной системе склонны, призваны бороться с разными инфекциями. Даже если крыса живет в стерильных условиях, даже если у нее нет никаких бактерий, которые ее поразят, или вирусов, все равно она в какой-то момент умирает. При вскрытии мы видим, что у нее несколько повредился мозг, несколько замечается на срезах гибель нервных клеток, истончение коры головного мозга, но, в общем-то, не настолько критичная, чтобы она умерла от этого. В общем и целом, если вы в эксперименте высыпающейся крысе повредите мозг в такой же степени, она останется жива. Мы видим нарушение функции иммунной системы, но тоже не настолько критичное, чтобы она умерла от этого. Мы видим истощение, но тоже не настолько критичное, чтобы она умерла от истощения. Крыса просто умирает. Почему крыса умирает, черт ее знает. Ну вот умерла, так умерла. Что касается людей, то на людях такие опыты в контролируемых лабораторных условиях никто не ставит. Тем не менее, бывают люди-добровольцы, которые соглашаются не спать и при этом приходить на исследования. Бывают иногда профессии, в результате которых люди вынуждены долго и хронически не досыпать. И исследования показывают, что у таких людей тоже все довольно плохо. Вот, например, Американская академия медицины сна
говорит, что в Америке каждый год гибнет примерно 1500 людей непосредственно вследствие недостатка сна. Как вы думаете, почему? Попробуйте кричать погромче. Ну, напрямую из-за работы люди обычно не умирают. Да, совершенно верно прозвучало, я слышу правильная версия. Речь идет о том, что по оценкам Американской академии медицины сна, каждый год в Америке происходит около 100 тысяч автоаварий, автомобильных столкновений, которые были непосредственно вызваны тем, что за рулем были невыспавшиеся люди. И в этих автоавариях около 70 тысяч человек получают травмы той или иной степени тяжести, и около 1500 каждый год в Америке погибает вследствие этого. Потому что если у вас депривация сна, то вы можете спокойно вести машину, пока все понятно, пока все в порядке. Пока у вас четкая прямая улица, на которой четкие понятные светофоры, понятные знаки, никто не пытается вас подрезать, никто не выскакивает из-за угла, все соблюдают правила. Но дело в том, что на дороге бывают также ситуации, когда от вас требуется скорость реакции для того, чтобы быстро принять адекватное решение, не всегда очевидное в первую же секунду. Вас кто-то пытается подрезать, вам кто-то выбрасывается под колеса, кто-то ведет себя совершенно не так, как вы ожидаете. И в этой ситуации, если вы человек выспавшийся, то вы с большей вероятностью успеваете реагировать правильно, чем в том случае, если вы человек не выспавшийся. Потому что недостаток сна, что проверено не только на дороге, но и в лабораторных тестах, он достоверно замедляет скорость реакции, снижает способности к периферическому зрению, к тому, чтобы отслеживать, какие движения объектов происходят в вашем боковом поле зрения. И даже снижает способность правильно выполнять мелкие точные движения, то есть вплоть до того, что вы можете попытаться повернуть руль направо и повернуть его туда слишком сильно и съехать в кювет, например. Поэтому, если вы водите машину, то желательно высыпаться. Если вы следите за фигурой, то тоже желательно высыпаться, потому что вот у нас, к сожалению, как-то случились отличия по сравнению с крысами. Крысы, когда не досыпают, они худеют. Было бы здорово. Но вот люди, наоборот, когда не досыпают, они толстеют, они легко, быстро набирают вес. Это обусловлено отчасти гормональными особенностями, тем, что у людей, например, от недосыпа сильно снижается чувствительность к инсулину клеток. Инсулин — это гормон, который нужен для того, чтобы разрешать клеткам собрать сахар из крови. Он открывает им каналы для глюкозы, клетки забирают себе глюкозу, насыщаются, а в крови уровень глюкозы понижается. Но в данном случае, если у вас снижена чувствительность к инсулину, что вызывается довольно быстро недосыпом, прямо после первой же ночи с заметным недосыпом, то у вас получается, что в принципе в крови глюкозы много, но чувствительность к инсулину снижена, и клеткам не хватает инсулина для того, чтобы эту глюкозу из крови собрать. С одной стороны, это может привести к тому, что поджелудочная железа начинает вырабатывать еще больше инсулина, что в свою очередь может привести в долгосрочной перспективе к ее истощению и развитию диабета второго типа. С другой стороны, вы чувствуете голод, потому что клетки ваши недополучают достаточно еды, а поскольку вы все-таки не крыса, которая живет и питается скучным кормом из поилочки, а вы человек, который живет в большом городе, и вы можете пойти в Макдональдс, вы можете навернуть гамбургер, потом заполировать мороженым, тортиком, у вас большой выбор. А поскольку сила воли и мотивация, что тоже показано в экспериментах, ослабевают в случае недостатка сна, то у вас нет никаких аргументов против того, чтобы не есть тортик. Вы думаете, если я не высыпаюсь, так пойду хотя бы съем тортик. Или вы даже не думаете ни о чем, а просто идите есть тортик. И все это приводит к печальным последствиям в долгосрочной перспективе. Еще ряд проблем, связанных с депривацией сна, связан с иммунитетом. Про это есть прямо эксперименты о том, что если вы возьмете две группы испытуемых и сделаете им, например, прививку против гриппа или против кори, а потом одна группа испытуемых у вас будет высыпаться нормально, а вторая группа испытуемых у вас будет не досыпать, то получится, что в той, а когда вы через 2-3 недели посмотрите на уровень антител у них в крови, то вы увидите, что те люди, которые не досыпали, они сформировали меньше антител в ответ на вакцинацию. То есть вакцинация для них была в значительной степени бесполезна. Они в значительной степени не сформировали иммунитет к той болезни, от которой они надеялись иммунитет сформировать. Кроме того, недостаток сна повышает уровень гормона кортизола в крови. Кортизол — это гормон стресса, он перестраивает многие функции в организме, он тоже влияет на иммунитет. И, кроме того, он влияет на сердечный ритм, на работу сердечно-сосудистой системы. Это приводит к повышению артериального давления, к увеличению частоты сердечных сокращений и в долгосрочной перспективе повышает риск инфарктов и инсультов. Поэтому плохо, когда люди не спят, они в конечном счете начинают выглядеть вот так.
И тем не менее, несмотря на все это, у меня все еще нет для вас единого и готового ответа на вопрос о том, зачем же все-таки конкретно надо спать. У меня есть зато несколько ответов, штук 7. Вполне вероятно, что исходно в ходе эволюции сон возник вообще-то как такая сугубо экологическая вещь, которая была нужна просто для более рационального расходования ресурсов. Потому что если вы, например, дневное животное, если вы днем видите хорошо, если вам днем удобно охотиться, но вы при этом сильно завязаны на зрение, и вам без зрения в темноте охотиться сложно, то, может быть, вам имеет смысл ночью, когда вы все равно не можете охотиться эффективно, тратить меньше энергии. В принципе, выигрыш в экономии энергии во время сна не такой уж и большой. В принципе, вы, если одно дело, если вы просто лежите ровненько, второе дело, если вы лежите ровненько и при этом спите. Во втором случае ваше тело тратит примерно на 10% меньше энергии. Выигрыш несущественный, но тем не менее это означает, что вам для своего прокорма нужно поймать и съесть не 10 мышей, а 9 мышей. В общем-то, если территория бедна мышами, то это может пригодиться вам. Ну и кроме того, может быть, в то время, когда вы не можете адекватно оценивать обстановку, не можете видеть, что вокруг, может быть, вы становитесь более уязвимы для хищников, и поэтому, может быть, как ни странно, наоборот, вам оказывается выгоднее лежать тихо, особенно если вы умеете строить нору и лежать в ней, чем пытаться чего-то суетиться, привлекать дополнительное внимание хищников. Но совершенно очевидно, что этим, конечно, функции сна ни в коем случае не исчерпываются. Организм приспособлен к тому, чтобы использовать сон очень эффективно для домашнего хозяйства, для того, чтобы производить отдых, мелкий ремонт и починку всего, что вы делаете. В частности, экспериментально показано, что если люди не досыпают, то у них серьезно нарушается заживление ран. Любые раны заживают намного медленнее, и вообще любые репарационные процессы, любая починка любых мелких нарушений в организме происходит значительно медленнее. Отчасти это связано, например, с гормональным балансом, потому что выработка некоторых гормонов завязана на цикл сна и бодрствования. Ну вот есть, во-первых, всем известный гормон мелатонин. Гормон мелатонин, он должен вырабатываться в темноте. В принципе, он у вас ночью выработается, даже в том случае, если вы будете лежать в темноте молча, ровненько и не спать. Но другой вопрос, что нормальные люди в такой ситуации все-таки засыпают, и поэтому мелатонин в стандартном случае вырабатывается во сне. Он связан с регуляцией иммунной системы как раз. И если мелатонина слишком мало, то у людей нарушаются тоже функции иммунной системы. И важно понимать, что иммунная система нужна не только для того, чтобы бороться с бактериями и вирусами, а она еще нужна для того, чтобы постоянно контролировать зарождение раковых клеток в нашем организме. В организме, в принципе, довольно регулярно происходит появление злокачественных клеток. Но в нормальной ситуации каждый раз, когда какая-то клетка переродилась в злокачественную, к ней подходит патруль из иммунных клеток, например, НК-киллеров, natural killers, натуральных киллеров, так называются некоторые иммунные клетки. Они смотрят, что она какая-то подозрительная, она, например, слишком быстро растет, у нее слишком низкая плотность белков на мембране, и они ее на всякий случай убивают. Такой процесс ежедневно происходит в моем организме, в организмах многих из вас. Но в том случае, если иммунные клетки по какой-то причине работают хуже, они могут зевнуть, они могут не заметить образование злокачественной опухоли вовремя на стадии зародышевой, и в этой ситуации у человека может наступить злокачественное заболевание. И действительно, популяционные исследования показывают, что если люди либо не спят достаточно в силу своей профессиональной деятельности в течение нескольких лет, либо спят, но при этом спят при свете, который все равно даже через закрытые веки попадает на сетчатку, а от сетчатки по длинной сложной сети передатчиков в мозге попадает в эпифиз и снижает выработку мелатонина, то такие люди больше подвержены развитию, по крайней мере, некоторых видов рака, например, рака груди, который, между прочим, бывает не только у женщин, но и у мужчин. И хуже того, мужчины, они от него чаще умирают, потому что они долго его не замечают, долго не подозревают о нем. В отличие от женщин, которым прожужжали все уши о том, что если с вашей грудью что-то странное, то вы должны немедленно идти к врачу. Существует несколько разных вещей, которые еще связаны с регуляцией внутренних органов. Вот, например, гормон роста. Гормон роста, он тоже зависит непосредственно от сна. Это еще одно объяснение того, почему сон может быть гораздо более важен детенышам, чем взрослым. Но взрослым выработка гормона роста во время сна тоже важна, потому что он связан тоже не только с ростом, но и с починкой разных тканей. Он связан с синтезом белка, он связан с тем, чтобы у вас заживали раны, лечились мышечные растяжения, и вообще все было хорошо, и все было в тонусе.
Существует довольно забавная гипотеза, висцеральная. Сам автор ее называет висцеральная теория сна, но остальные исследователи, когда на нее ссылаются, обычно все-таки называют ее гипотезой, то есть чем-то менее обоснованным и доказанным. Есть такой российский ученый Иван Пикарев. Он утверждает, что во время сна мозг переключается от обработки сенсорной информации на обработку сигналов от внутренних органов. Что вот зрительная кора, она днем занимается обработкой зрительных стимулов, а ночью начинает получать сигналы, например, от кишечника и отдавать сигналы в ответ кишечнику о том, что ему нужно чинить и зачем. Это, в принципе, подтверждается экспериментами в его лаборатории. У него там есть такие очень кинематографичные котики со скрытой головой и вскрытой брюшной полостью, которых он, например, стимулирует электрическим током по кишечнику, и у них вроде бы что-то такое отражается в зрительной коре похожее. Но, тем не менее, когда я пыталась оценить, насколько эта теория признана научным сообществом, я заметила, что если поискать ее на английском языке, то самый лучший журнал, в котором она описана, обладает импакт-фактором чуть больше единицы. Импакт-фактор чуть больше единицы — это очень плохой показатель для англоязычного журнала по биологии. Это означает, что на каждую статью в этом журнале в среднем ссылается примерно кто-нибудь один. Если мы посмотрим на топовые журналы типа Science, Nature или Cell, то там этот показатель измеряется десятками. На каждую статью, опубликованную там, в среднем ссылаются десятки исследователей. Попасть в хороший рецензируемый журнал с высоким импакт-фактором сложно, поэтому если вы сделали что-то правда крутое, то вы публикуете в журнале с высоким импакт-фактором, а если вам никто не верит, никто не воспринимает вас всерьез, то вы можете опубликоваться только в журнале с низким импакт-фактором. Что, впрочем, тоже можно добавить в резюме, не уточняя импакт-фактор этого журнала. Во всяком случае, для чего сон точно важен? Так это сон точно важен для процессов созревания мозга. Я говорила вам о том, что если взрослого человека или взрослое животное лишить стадии быстрого сна, будить его каждый раз, когда он попадает в стадию быстрого сна, оставить ему только медленную, то в принципе он будет жить нормально. Он, может быть, будет чуть-чуть медленнее соображать, но в принципе он будет здоров. Чуть-чуть медленнее обучаться. Что и, в принципе, бывают, например, антидепрессанты, у которых в качестве побочного эффекта наблюдается сильное сокращение, снижение стадии быстрых движений глаз. Тем не менее, люди на них все равно живут, и пользы от этих антидепрессантов им больше, чем возможного вреда от исчезновения стадии быстрых движений глаз. Что касается детей, с детьми все не так. Если вы берете животных, крысят маленьких, и мешаете им спать достаточно, или даже не мешаете им спать достаточно, а просто с помощью специальных лекарств подавляете у них стадию быстрых движений глаз так, чтобы ее не было во время их сна, то крысята у вас вырастают не совсем нормальные. У них снижен объем серого вещества в головном мозге, в коре головного мозга в частности. Это приводит к некоторым нарушениям поведения. Такие крысы склонны к рискованному поведению. То есть если нормальная крыса, если вы ее выпустите на открытый квадрат, она там прижмется к стенке в тени, будет сидеть, пока не оценит обстановку, то крыса, которая не досыпала в детстве, она спокойно пройдет как по Невскому, как по улице Карла Маркса, ныне Благовещенская. А какая у вас главная улица? Сумская. Сумская. Спокойно пройдет как по Сумской, как ни в чем не бывало, как все в порядке. И, кроме того, у нее снижено половое поведение. Поэтому, если у вас вдруг есть какой-нибудь знакомый, который на мотоцикле катается без шлема, а девушками при этом не интересуется, то, возможно, это потому, что его мама в детстве будила к первому уроку. Людей, нейробиологов, больше всего на свете интересуют нейробиологические функции сна. По всей видимости, вообще самое главное, что для чего нужен сон, это именно вещи, связанные с поддержанием порядка в мозге. В этом есть некоторая логика. Спим мы мозгом, логично предположить, что сон больше всего нужен именно мозгу. И оставшуюся часть лекции мы будем говорить о разных идеях, которые связаны с тем, зачем все-таки сон нужен именно для мозга. Во-первых, сон, по-видимому, очень сильно нужен для процессов обучения и памяти. Для того, чтобы рассортировывать информацию, накопленную в течение дня, для того, чтобы решать, какая из нее важная, какая из нее неважная, и для того, чтобы переводить информацию из кратковременной памяти в долговременную на длительное хранение. Во-вторых, нужно понимать, что работа с информацией включает не только запоминание, но и, наоборот, забывание. Если бы мы с вами пытались помнить всю ту информацию, которую мы восприняли в течение жизни, то нам было бы очень сложно среди всего того, что мы помним, находить то, что нам нужно для текущих задач.
В-третьих, существует группа гипотез, которые предполагают, что сон нужен для поддержания биохимического порядка в мозге, для того, чтобы там наводить порядок. То есть, с одной стороны, избавляться от продуктов обмена, вымывать из клеток всякие накопившиеся там бета-амилоиды и прочую гадость, продукты обмена, продукты жизнедеятельности. А с другой стороны, если кто-то тут уже прочитал слово «гликоген», то вы могли удивиться, потому что вы знаете, что нейроны, они питаются чистой глюкозой, которую они берут из крови, а никакого гликогена они сами в себе не хранят. Гликоген — такой запасающий углевод. Вот у растений бывает крахмал, который они запасают, а у животных бывает гликоген, который хранится вообще-то в печени. И когда мы нуждаемся в глюкозе, то печень быстренько отдает немножко гликогена, расщепляет его до глюкозы, повышает уровень глюкозы в крови. Тем не менее, нужно помнить, что в мозге есть не только нейроны, а в мозге есть еще и глиальные клетки. Глиальные клетки — это дополнительные поддерживающие вспомогательные клетки. Их там тоже довольно много, они играют важную роль. И не одну, а много важных поддерживающих ролей. И вот, в числе прочего, в них может быть гликоген. И это позволит нашему мозгу, если он лишится доступа к запасам гликогена в печени в тот момент, когда вас вешают, например, и у вас придавлена сонная артерия, это позволит нам прожить на пару секунд на 30 дольше. Вот. И понятно, что этот гликоген, он целыми днями используется, не используется, собирается, разбирается. И, тем не менее, скорее всего, на исходе вечера его уровень в глии немножко поменьше, чем ночью, когда глия спокойно запасла себе еще немножко гликогена. Но все-таки самое главное, для чего нужен сон, это сон нужен для памяти. Вот на этом слайде я собираюсь за один слайд и за 5 минут рассказать вам все про то, как устроен мозг. Мозг устроен вот каким образом. У меня есть даже лазерная указка. Вот у нас есть нейрон. Нейроны общаются друг с другом с помощью электрической активности, которая передается по их мембранам в качестве такой волны электрического возбуждения. В тот момент, когда волна электрического возбуждения приходит на синапс, то есть на то место, которым два нейрона взаимодействуют друг с другом, она из электрического импульса переходит в высвобождение некоторых химических веществ, некоторых молекул, которые называются нейротрансмиттерами. И эти молекулы нужны для того, чтобы они выделились в синаптическую щель и подействовали на рецепторы на следующем нейроне. Вот они связались с рецептором на мембране следующего нейрона. Это был, например, глутамат. Глутамат — это, между прочим, важный нейромедиатор и нейротрансмиттер. И после этого с рецептором что-нибудь случилось. В стандартном случае он изменил свою конформацию и начал пропускать через себя какие-то ионы. В нем открылся канал. Через этот канал пошел натрий, натрий — ион, он заряженный положительно. И за счет этого изменяется, не только за счет этого, за счет срабатывания большого количества рецепторов, изменяется заряд снаружи от нейрона и внутри нейрона. Это порождает новый электрический импульс, который, в свою очередь, идет дальше вниз по нейрону. В обычной ситуации это работает так. Существует множество рецепторов, которые таким образом за счет разных молекул нейротрансмиттеров обмениваются информацией. Но бывает один совершенно особенный рецептор. Этот совершенно особенный рецептор называется NMDA, и он в норме не активируется. Когда на него приходит молекула глутамата, с ним в норме ничего вообще не происходит, потому что он заткнут ионом магния, ничего из себя не пропускает. Для того, чтобы он активировался, должно быть соблюдение двух условий. С одной стороны, чтобы сигнал пришел на него оттуда сверху. С другой стороны, вот эта нервная клетка, она уходит еще вниз туда, далеко-далеко, дальше, чем метро, почти до самого, почти через всю кору земную, если мы посмотрим вниз в масштабе. И к этому нейрону подводятся еще синапсы от многих-многих-многих-многих других нервных клеток. И их может быть вполне достаточно для того, чтобы до этого самостоятельно вызвать в нем потенциал действия, привести к деполяризации мембраны, гиперполяризации мембраны, к изменению мембраны и к тому, что нейрон станет электрически активен. У него изменится поляризация мембраны. И в том случае, если у нейрона изменилась поляризация мембраны, если он возбужден, то магний выходит из этого канала, который он затыкает. После этого на него может подействовать сигнал от того нейрона. И после этого через него начинает проходить кальций и тоже запускать всякие разные интересные процессы в организме. Что здесь важно понимать? Здесь важно понимать, что существуют рецепторы, которые реагируют в том случае, если сигнал пришел с двух сторон одновременно.
если, допустим, у вас есть нейронная сеть, которая отвечает за восприятие вашей текущей влюбленности, много думает про вашу текущую влюбленность. И с другой стороны, у вас есть нейронная сеть, которая отвечает за то, чтобы слушать, что происходит вокруг, и в частности, слышать модную песенку, которую все время крутят по радио. «А завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете» и так далее. То вполне возможно, что если вот эти нейронные сети про песенку и про мальчика или про девочку сколько-нибудь раз подряд будут активироваться одновременно, то в конце концов у вас активируются те NMDA-рецепторы, которые нужны для того, чтобы запомнить, что эти два явления каким-то образом связаны. Поэтому есть большой эволюционный смысл, по крайней мере, был, пока мы жили в условиях саванны, хотя, в принципе, и сейчас есть, ваш мозг будет предполагать, что, наверное, нужно идти на звуки этой песенки, и тогда там будет ваш мальчик. И в тот момент, когда рецепторы эти активировались, в тот момент, когда кальций прошел, он работает как вторичный мессенджер, как посредник внутри клетки, который запускает целую огромную кучу разных реакций химических, запускает огромный молекулярный каскад, очень длинный, очень сложный, на самом деле не очень-то длинный и сложный, но все равно вдаваться мы в него сейчас не будем. Смысл в том, что эта цепь реакций приводит к тому, что в конце концов один из белков активирует считывание генов в ядре. Гены начинают экспрессироваться, на основании генов строится матричная РНК, на основании РНК строятся белки, а белки эти, в свою очередь, запускают рост новых синапсов. И рост новых синапсов означает, что связь между вот этими двумя нейронными сетями, той, которая про песенку, и той, которая про мальчика, стала анатомически более прочной. И это означает, что в следующий раз, когда к вам придет сигнал, ему будет гораздо проще пойти именно в этом направлении по нейронной сети, чем пойти по ней в каком-нибудь другом направлении. Если мы представим себе мозг как такую цепь тропиночек, протоптанных в траве, по которым, в принципе, сигнал может пойти куда угодно, вы можете пойти по любой тропиночке. Но те из этих тропиночек, которые часто используются, они сначала становятся более широкими тропинками, потом они становятся грунтовыми дорогами, потом они асфальтируются, потом они становятся такими трехполосными шоссе с фонарями, по которым вы можете мчаться изо всех сил. И если мы какие-то зоны мозга используем часто вместе, если мы какие-то нейронные сети часто используем вместе, то им становится очень легко работать вместе. Это предположил первым в 1949 году когнитивный психолог Дональд Хеп. Его слова были длиннее и сложнее. Дальше их нейробиологи стали цитировать в виде простой формулировки «cells that fire together, wire together». Клетки, которые загораются вместе, связываются вместе. Это очень, на самом деле, легко представить себе на жизненном опыте. Вот если вы, например, учитесь водить машину с механической коробкой передач, то сначала вам совершенно все равно, с какой передачи на какую переключать. Вы можете спокойно переключиться с четвертой на вторую и думать, что это так и надо. Но если вы поводили машину сколько-то месяцев, то вам становится физически гораздо проще переключать передачи правильно, чем переключать их каким-то другим образом, в силу того, что у вас в мозге есть проторенная дорога. К чему я обо всем этом рассказываю? На вот этот процесс синтеза белков и роста новых нейронов, на него требуется время. На то, чтобы сформировать долгосрочное воспоминание, на то, чтобы что-то запомнить, связь между какими-то двумя явлениями, нужно несколько часов. Более того, если в течение этих нескольких часов дать подопытному животному блокаторы синтеза белка, то оно не запомнит в долговременную память то, чему оно у вас только что научилось. На следующий день будет повторять те же самые ошибки, которые оно повторяло до этого, потому что не выросли у него новые синапсы. И этот процесс, по-видимому, наиболее интенсивно, наиболее эффективно, наиболее аккуратно происходит именно во время сна. По-видимому, сон — это самое комфортное время для мозга, для того, чтобы вырастить себе новые нейронные связи, для того, чтобы запомнить то, что было важно. Вот здесь есть ссылка на обзор. Он уже довольно старый по меркам нейробиологии, это 2013 год. Но все равно это крутой обзор, потому что в нем собрано 1000 ссылок. Я не преувеличиваю, действительно 1000 ссылок на все те исследования, которые к этому моменту накопились о связи сна и обучения. Там есть все знаменитое и известное. Там есть описание огромного количества опытов на людях о том, что если люди что-то выучили перед сном, а потом пошли поспали, а потом весь день проколобродили, а потом вечером были протестированы,
то они показывают намного лучшие результаты, чем та группа, у которой была обратная последовательность, которые выучили это утром, потом весь день проколобродили, перекрыв это новыми впечатлениями, потом поспали и на следующее утро, то есть тоже через сутки, были протестированы. Есть ли среди вас люди, которые каждый раз, когда сессия, думают, что вот я сейчас с утра все сделаю, вот я сейчас с утра все законспектирую, а потом буду весь день веселиться? А на самом деле вы весь день колобродите, тупите в фейсбучик, отвлекаетесь на что-то, и только потом вечером в 10 вечера садитесь все-таки учить. Есть такие люди? Вы все правильно делаете. Именно так и надо. Учить нужно перед сном, для того, чтобы то, что вы выучили, было для мозга последними свежими новыми впечатлениями перед тем, как вы пошли спать, потому что тогда они будут у него на поверхности, и он для них себе спокойно нарастит нейронные связи. Именно так и надо делать. Здесь, в этом обзоре, есть также подробный пересказ знаменитых экспериментов, которые были проведены в 2009 году в университете МакГилла. Там были эксперименты с мышками, а не со студентами, как это обычно бывает. Мышки были с вживленными электродами, и мышек учили ходить по лабиринту. И смотрели, как у них в ходе обучения новому лабиринту активируется кора, и как у них активируется гиппокамп, связанный с памятью и с пространственным мышлением тоже. А потом мышки спали, и исследователи показали, что во время сна у них активируются те же самые клетки в той же самой последовательности. То есть это было такое первое четкое нейрофизиологическое доказательство того, что во время сна мы воспроизводим воспоминания дневной жизни. Мы заново перепроигрываем дневные впечатления. И пока мы перепроигрываем заново дневные впечатления, мы можем решить, будем ли мы их себе записывать в долгосрочную память или не будем. Вот эта картинка, которая вынесена на этот слайд, она не суперофициальная. Это картинка, иллюстрирующая одну из гипотез того, как все это происходит, гипотезу активной консолидации. Смысл в том, что сон рассматривается как некий постоянный диалог между корой и гиппокампом, который еще проходит посерединке через таламус в качестве передаточного звена. Гиппокамп — это зона мозга, которая отвечает за перевод воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную. Если вам ее вырезать, как одному знаменитому пациенту по имени ГМ, то у вас не будет происходить никакой долгосрочной записи воспоминаний. Вы каждый день будете просыпаться и думать, что вчера был тот день, когда вам вырезали гиппокамп. Вы каждый день будете заново знакомиться со своим доктором и говорить: «Доктор, мы вчера собирались сделать операцию, правда же все хорошо прошло?» Доктор будет кивать и в 15-тысячный раз отвечать вам: «Да, здравствуйте, я доктор Смит, все прошло почти хорошо, но только с вами произошла некоторая странная вещь, вы только не пугайтесь. Вот как вы думаете, если мы с вами подойдем к зеркалу, то что вы там увидите?» «Ну, я увижу там себя, я вот молодой пациент, мне 27 лет». «Ну да, все бы хорошо, но только когда вы подойдете к зеркалу, вы увидите там себя в 60-летнем возрасте, потому что вообще-то с тех пор вы все это время жили под наблюдением врачей, и вы не помните, что прошли все эти дни, вы не помните, что вам уже 60 лет». Это ему так лечили эпилепсию путем врезания гиппокампа, потому что тогда никто не понимал, зачем гиппокамп был нужен. Сейчас стараются более тонкими методами лечить эпилепсию, но лекарства появились с тех пор. Такая трагическая история. Но в общем и целом, вот есть гиппокамп, который отвечает за перевод воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную, а есть кора, в которой до некоторой степени они хранятся. По крайней мере, из других экспериментов с лечением эпилепсии мы знаем, что если человеку воздействует электрическим полем, электроимпульсом на височную кору, на среднюю височную кору, то у него проигрываются яркие автобиографические воспоминания. То есть если она даже там и не хранится, то, по крайней мере, ее там можно вызвать и активировать. И вот похоже, что во время сна происходит постоянный диалог между гиппокампом и корой. Кора порождает некие медленные волны, обращается ими к гиппокампу, спрашивает гиппокамп, что у нас новенького. Гиппокамп говорит: «Ну вот я себе запомнил за день такие события, давай вот это из них запомним». Кора говорит: «Хорошо, я сейчас его себе запишу, вот я тут медленные волны тем временем генерирую, а что у нас еще есть? Ну вот еще такое есть, давай тоже запомним». Это более или менее записано, как это происходит на мышках на уровне отдельных нейронов. На уровне людей предполагается, что все происходит примерно точно так же. Активность, которая наблюдается в мозге во время сна, в общем и целом похожа на то, как если бы это работало именно так. Но никто не доходит и вряд ли дойдет до такой точности расшифровки, чтобы точно знать, что вот эта конкретная медленная волна, она о том, как вы ходили на лекцию Аси Казанцевой, и вам было там скучно или весело.
Ну и предполагается, что для запоминания важны обе фазы сна, что вот как раз во время медленного сна происходит этот самый диалог между гиппокампом и корой, что вы заново проигрываете то, что было во время вашего дня, и что-то из этого записываете себе на долгосрочное хранение. А во время фаз быстрого сна вы проводите ревизию того, что вы только что перезаписали, и решаете, что да, вот это мы точно оставляем, а вот это все-таки нет, мы, пожалуй, оставлять не будем. Ну и если этот процесс до какой-то степени изучен, то на этот процесс можно попытаться воздействовать. Вот есть такая Лиза Маршалл в Германии. Лиза Маршалл делает шлемы для изучения памяти во сне. Все это началось с рассуждения о том, что у пожилых людей бывают проблемы с памятью. У пожилых людей бывают проблемы с тем, чтобы помнить то, что было вчера. В то же самое время известно, что у пожилых людей нарушается качество сна, и у них, в частности, в стадии медленного сна, которая так называется, потому что в ней медленные волны, у них там хуже, чем у молодых людей с медленными волнами. Им сложнее достичь вот этой четвертой, самой глубокой фазы медленного сна, в которой самые-самые медленные волны. Они зачастую до нее вообще не досыпают, они засыпают там до второй стадии, потом просыпаются обратно. И медленных волн, настоящих медленных волн у них либо нет, либо очень мало во время сна. Но если волн нет, то их вообще-то можно навести. Для этого Господь придумал транскраниальную стимуляцию. Вы накладываете на человека электроды на разные области его головы, и между электродами пропускаете ток нужной вам частоты. Это называется транскраниальная стимуляция переменным током. В данном случае вы берете частоту 0,75 Гц, которая как раз еще чуть-чуть медленнее, чем та частота, на которой мозг что-то делает во время сна, мы думаем, что обрабатывает воспоминания. И таким образом вы искусственно усиливаете в мозге вот эту частоту, ну, в смысле не частоту, а выраженность вот этих медленных волн. У вас есть испытуемые. Испытуемые учат некоторый набор пар слов. Слова такие более или менее ассоциативно связанные, такие как ящерица, рептилия, цветы, ваза, часы, механизм. То есть какая-то логика есть, но логика не самая суперочевидная. Вы сколько-то этих пар запоминаете, сколько этих пар вы не запоминаете. Вы их выучили, потом вас перед сном протестировали еще раз, посмотрели, сколько вы запомнили. После этого вы ложитесь спать. И половина группы испытуемых ложится спать с электродами на голове, но электроды эти им не включают. В принципе, вы не можете понять, включили вам электроды или нет. Это очень слабый ток, вы его физически не чувствуете кожей. А нейронами чувствуете. У второй половины испытуемых вам включают ток в тот момент, когда вы находитесь во время медленного сна. Во время первого цикла медленного сна вам его включают. Вы спите с электрической стимуляцией. Потом дальше у вас проходит еще несколько циклов сна. Вот вы поднимаетесь в медленный сон, засыпаете обратно, поднимаетесь в медленный, засыпаете обратно и так далее. И потом вы просыпаетесь. И на утро вас тестируют опять. Выясняется, что все люди вспоминают в среднем на две пары слов больше, чем они вспомнили при вечернем тестировании, вследствие того, что они все равно спали, и у них все равно произошла какая-то сортировка воспоминаний. Но если вы спали еще и с вот этими наведенными волнами, то вы вспоминаете в среднем еще на три пары слов больше из того, что вам предложили. Тестов было проведено достаточно много, отличия статистически достоверные. Спать полезно, вы после сна вспоминаете больше, особенно в том случае, если вам дополнительно усилить активность медленных волн. К сожалению, Лиза Маршалл до сих пор, хотя прошло вот уже 10 лет, 11, до сих пор не сделала стартап по продаже для студентов шлемов для улучшения памяти во сне. Вместо этого она работает с пожилыми людьми, пытается улучшить память пожилых людей. То есть сегодня пожилые люди приходят к ней в лабораторию, учат что-нибудь, после этого засыпают уже на дневной сон. Дневной тоже хорошо для них, с такими вот наведенными медленными волнами. После этого просыпаются и действительно воспроизводят то, что они учили, лучше. И вот, может быть, хотя бы для пожилых людей это выйдет в клиническую практику. В принципе, технология относительно безопасная и относительно простая технически, потенциально может быть пригодной для домашнего использования тоже, по крайней мере, по назначению врача. Но, кроме того, по-видимому, сон важен не только для того, чтобы запоминать важное, но и для того, чтобы забывать неважное. Вот в этом недавнем исследовании участвовали три группы крыс. Одна из этих групп крыс, синенькая, это слип, те крысы, которые спали. Нормально проспали весь день. Крысы обычно спят днем, а активничают ночью, прямо как я.
И остальные две группы крыс — это те крысы, которые не спали, либо потому что им не пора, потому что дело было ночью, они ночью в любом случае колобродили, либо потому что они провели без сна еще и день, но во время этого дня их отвлекали все время всякими новыми игрушками, новыми лабиринтами, всяким интересненьким, и мешали им спать. И хорошо их развлекли, а потом, конечно, убили. И когда их всех убили, то с ними стали делать довольно сложно 3D-микроскопию для того, чтобы оценивать количество, точнее не количество, а площадь синаптических контактов. Вот у них есть аксоны, вот у них есть шипики, вот у них есть разные контакты между нейронами, и площадь этих контактов в общем и целом отражает их проводимость. Чем более жирненький синапс, тем лучше через него проводится сигнал про возбуждение. И они посчитали площадь всех этих синапсов. И они обнаружили, что если взять группу выспавшихся мышей, то она отличается от остальных двух групп невыспавшихся мышей тем, что у них площадь синапсов в среднем снизилась на 18%. А снижение площади синапса, оно, в общем и целом, по-видимому, ассоциировано с забыванием. Но самое важное здесь не это, а самое важное то, что если посмотреть отдельно на группу самых-самых больших синапсов, самых-самых с большой площадью поверхности, то есть самых хорошо проводимых, то вот с ними никаких изменений не произошло. Они как были большими, так большими и остались. То есть, возможно, именно крупные синапсы отражают какую-то информацию, которая кажется крысе важной, которую она помнит хорошо, из той информации, которая кажется мозгу важной, которую помнит он хорошо, во время сна ничего не происходит, она никуда не девается. А вот та, которая была не столь стабилизирована, она, по-видимому, может исчезнуть. И это тоже хорошо, потому что если бы мы помнили совсем все, нам было бы сложнее. В последнее время появилась еще одна интересная история про сон. Эту историю развивает ученая из Скандинавии Майкин Недегард и ее коллеги. Здесь история вот какая. У нас с вами есть спинномозговая жидкость. Она омывает спинной мозг, и она же омывает головной мозг, и в головном мозге она затекает внутрь в желудочке. У нас в мозге внутри есть такие пустоты, которые называются желудочки, а в них циркулирует спинномозговая жидкость. Кроме того, у нас с вами есть само, собственно, вот мозговое вещество серое и белое, и там между клетками нейронами и между клетками глии тоже есть жидкость межклеточная. И эти две жидкости, спинномозговая и межклеточная, могут довольно интенсивно обмениваться друг с другом, просачиваться через мембраны и изменять свой объем относительно друг друга. И вот Майкин Недегард показала, что во время сна происходит очень активный приток спинномозговой жидкости внутрь в вещество мозга. Много жидкости оттекает из спинномозговой жидкости в межклеточную жидкость, ее объем существенно увеличивается. Ее химический состав, кроме того, тоже меняется, там становится меньше калия, больше протонов, больше ионов магния, что, в принципе, все должно выражаться в еще большей возбудимости нервной ткани. И, по всей видимости, предполагает она в своих опытах на мышках, что основная роль этого процесса в том, чтобы вымывать из клеток продукты обмена веществ. В том, что жидкость протекает, и после этого клеткам удобнее в нее выбрасывать все свои продукты обмена. И в частности, она показала, что этот процесс важен для того, чтобы избавляться от бета-амилоида, от того самого, который в случае болезни Альцгеймера может приводить к формированию амилоидных пляшек. Проблема с этими исследованиями в том, что, насколько мне известно, до сих пор с ними активно работает только одна единственная лаборатория, вот в которой Майкин Недегард. Насколько мне известно, они еще не были толком полностью подробно воспроизведены в других лабораториях. А тут ведь как? Иногда бывает, что ученые очень хотят что-нибудь открыть. Вот они, например, открыли, они это назвали лимфатическая система. Это игра слов. У нас бывает в организме лимфатическая система, которая отвечает за отток всякой грязи и мусора от обычных тканей. И у нас есть в мозге глия, то есть глиальные клетки, которые отвечают за поддержание жизнедеятельности всего. Вот от этих слов образована глимфатическая система. То есть вот этот вот поток жидкости туда и обратно, вот этот процесс промывки мозгов. Данных пока что мало даже на мышках. Данных почти совсем нет на людях. Есть какие-то отдельные отрывочные данные про то, что вроде бы, да, действительно, количество бета-амилоида повышается у тех, кто не досыпает. Но, тем не менее, может быть, это все еще окажется неправдой. Но идея, по-моему, очень хороша.
И я надеюсь, я вот вижу, что многие из вас уснули, я это очень одобряю, потому что на самом деле слушать лекции — это, конечно, хорошо, слушать лекции — это, конечно, полезно, но если вы не будете высыпаться, то, к сожалению, толку от этих лекций не будет никакого. Поэтому вот я учусь в магистратуре по нейробиологии, у нас преподаватели всегда очень радуются, если кто-то спит на их лекции, потому что они четко понимают, что лучше, если он 10 минут проспит, а потом следующие 50 воспримет нормально, чем если он, бедный, будет не досыпать. Вообще учиться в магистратуре по нейробиологии очень хорошо и приятно, потому что она была создана нейробиологами, они понимают, как все это работает, и поэтому у нас никогда не бывает первых пар. И вообще, я думаю, что мы должны прийти к власти. Итак, и вопросы после лекции. Давайте по очереди. Спасибо за лекцию. Вот скажите, пожалуйста, вы упомянули о роли сна для формирования личности человека на стадии, когда он активно учится, то есть в детстве, что у нас больше быстрого сна. И вот у нас сейчас жизнь ускоряется, появляется необходимость больше учиться в зрелом возрасте. Ну, обучение в зрелом возрасте достаточно неэффективно. Вот как вы считаете, является ли сокращение вот этих фаз быстрого сна каким-то фундаментальным препятствием на пути в этом процессе? Или наоборот, сейчас у взрослых людей наблюдается удлинение фазы быстрого сна по сравнению с теми взрослыми людьми, которые жили там лет 20 назад, вот когда только начались эти исследования? Ну, смотрите, проблема в том для мозга, что медленный сон более жизненно важен. Поэтому мозг сначала получает себе достаточно медленного сна, и только после этого переходит к быстрому, поскольку у него осталось на это время. И тем не менее, понятно, что без медленного сна обучение, скорее всего, будет менее эффективным. И показано в том числе, как на людях, так и на животных, что если человек или животное начинает много интенсивно учиться, много и активно перерабатывать информацию, то у него повышается потребность во сне, и в частности в быстроволновом сне. Поэтому, да, действительно, это все очень неочевидная история, поэтому я ее тут проповедую. Нам кажется, что сон — это пустая трата времени, но на самом деле похоже, что для мозга это одно из самых полезных занятий на самом деле, что это для него совершенно не пустая трата времени, а это для него возможность аккуратно навести порядок и усвоить информацию с большей эффективностью. Поэтому, если вы думаете, сколько часов вам спать и сколько часов вам учиться, то желательно как-то учиться поменьше, а спать побольше. Вопрос. Почему в фазе быстрого сна происходит быстрое движение глаз? Не знаю. Кто-то знает? К сожалению, никогда нигде не встречала никакого внятного объяснения. Что сны более яркие, более активные, и то есть как бы ближе к реальности, можно сказать. И за счет этого, получается, организм как бы частично в этом участвует. Ну, когда-то давно я это читал, Смотрите, мне тем временем пришло в голову объяснение. Дело в том, что движения глаз, они в мозге регулируются не совсем там, где регулируются движения скелетных мышц. То есть любые движения скелетных мышц, они порождаются в моторной коре, дальше идут вниз через пирамидный тракт, дальше идут через спинной мозг. И вот там есть по дороге, где их заблокировать, есть по дороге, где их подавить. Немножко другие области мозга, ближе связанные со зрительной корой, с непосредственной обработкой зрительных импульсов, управляют движениями глаз. И, скорее всего, просто в ходе эволюции не развелось никаких приспособлений для того, чтобы блокировать, вызывать паралич еще и в этой части мозга. Ну, просто потому что вреда никакого от нее нет, опасности никакой от нее нет, пускай будет. Скорее всего, просто не понадобилось их блокировать, а все остальные движения было полезно заблокировать. Большое за лекцию, Ася, и простите все, кого я разбудила. Почему такой дрянной микрофон? Окей, у меня вопросов два. Во-первых, почему вредно спать много?
ну, пересыпать, как вот говорят. То есть всю лекцию мы слышали о том, что спать — это хорошо, почему вредно спать много, и как все-таки корректно обращаться с собой, если, допустим, у меня режим дня такой же, как вот у вас, Ася, то есть легче быть активной по ночам, хочется спать днем, ну и профессиональная деятельность с летучими мышами тоже подталкивает к тому, чтобы хотя бы в полевой сезон я не спала по ночам. Вот что делать с собой, как оставить себя в покое и здравии? Да, спасибо. Смотрите, по поводу того, что вредно спать много, скорее всего, здесь в большинстве случаев сильно перепутаны причины и следствия. Скорее всего, наоборот, когда происходят какие-то патологические процессы в теле или в мозге, у человека увеличивается потребность во сне. То есть, ну, с одной стороны, есть индивидуальные особенности. Индивидуальные особенности выражаются в том, что нам нужно разное количество полуторачасовых циклов вот этих для того, чтобы выспаться. Большинству людей нужно 5 полуторачасовых циклов, то есть 7,5 часов сна. Но есть те, кому достаточно 4, мы все их ненавидим, мы все им завидуем. Есть те, кому нужно, наоборот, 6 таких циклов. Если вам всегда от природы нужно 6 циклов или даже 7 циклов, то, скорее всего, с вами все в порядке, просто вам так не повезло, просто вам придется проигрывать в этой эволюционной гонке тем, кому достаточно 4 циклов. Вот. Но, тем не менее, если что-то резко изменилось, если вы раньше нормально себя чувствовали, спав 7 часов, а теперь вам обязательно нужно 10, то, возможно, вам имеет смысл сходить к сомнологу и поговорить об этом. Возможно, что-то изменилось. Возможно, оно изменилось не к лучшему. Возможно, нужно лечить основную причину, искать болезнь, а не беспокоиться и ставить себе будильник и ходить весь день сомнамбулой. Что касается режима дня... Что касается предположения о том, что жаворонки, они какие-то более здоровые и ведут более правильную образ жизни, чем совы, здесь существуют два аспекта. С одной стороны, если человек жаворонок, то ему гораздо проще засыпать в темноте, а просыпаться при свете. И то, и другое очень хорошо. Очень хорошо засыпать и спать в темноте, потому что в темноте у нас выработка мелатонина. Мелатонин важен для поддержания работы иммунной системы и ряда других ремонтных процессов. Просыпаться при свете тоже очень хорошо, там, когда солнышко встало, потому что солнце попадает на сетчатку, солнце подавляет остаточную выработку мелатонина, солнце подводит наши внутренние биологические часы в супрахиазматическом ядре таламуса, гипоталамуса и сообщает нам, что наступило утро, что прошел новый 24-часовой цикл, и, посмотрев утром на солнце, мы начинаем чувствовать себя более бодрыми. Это одно преимущество жаворонков. Второе преимущество жаворонков — это социальное преимущество, то, что социум устроен таким образом, что в нем активная деятельность начинается, например, в 9 часов утра, и у жаворонка есть хорошие шансы выспаться до того, как он придет куда-то в 9 часов утра. У совы таких шансов выспаться, очевидно, нет, поэтому там, где жаворонок проспал 8 часов, несчастная сова проспала 5, и ей от этого, конечно, плохо, и она от этого, конечно, проигрывает как в личной эффективности, так и в здоровье. Поэтому единственный выход — это поступить так, как поступила я, то есть выбрать себе такую профессию и такую магистратуру, которые позволяют, ну, на самом деле, два выхода. Либо подчиниться, приспособиться и научиться быть жаворонком, для чего достаточно выматываться в течение каждого дня, но это плохо работает в долгосрочной перспективе. Вот. Либо второй выход — это организовать себе такую жизнь, чтобы можно было ложиться спать поздно и просыпаться поздно. И таким образом человек будет тоже чувствовать себя нормально в том случае, если он обеспечил себе еще и правильные световые условия, то есть сделал себе маску для сна и темные шторы для того, чтобы засыпать и спать в темноте, и сделал себе, там, ну, я не знаю, если он просыпается уже, когда уже стемнело, то сделать себе яркий-яркий свет лампочек хотя бы, чтобы он немножко попадал на сетчатку и немножко ее обманывал. И в общем и целом, ну и спать более или менее в одно и то же время, потому что действительно для организма стресс, когда мы постоянно меняем то время, в которое мы спим, ему приходится каждый раз адаптироваться. Но вот с поправкой на эти два фактора быть собой ничуть не хуже, чем быть жаворонком. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, если мне, например, очень нужно выучить какой-нибудь язык программирования за месяц, поможет ли мне спать 3 раза в день по 3 часа, а в промежутках учиться? Стану ли я запоминать лучше от этого? Ну, в таком случае, как минимум, у вас получится больше часов сна в день, потому что вы собираетесь спать 3 раза в сутки по 3 часа, то есть целых 9 часов в день, то есть, по крайней мере, вы более или менее будете высыпаться. Но другой вопрос, что далеко не всякому человеку комфортно существовать в таком ритме жизни, то есть он, в общем-то, не смертельный. Вот если бы вы пытались спать по 20 минут, вам было бы намного хуже, потому что вы бы вообще никогда не успевали погрузиться в медленно-волновой сон. А так за эти 3 часа вы пройдете прямо целых 2 полноценных цикла. То есть, в принципе, так жить можно.
Другой вопрос, что проблема в том, что если вы проснулись несколько недавно, то с высокой долей вероятности вам и не захочется спать. На два цикла таких у вас получится в сутки, а на третий цикл вы не уснете, будете бесполезно лежать. Если у вас лично так получается, ну, можно попробовать, но нужно провести эксперимент над самим собой, нужно сравнить эффективность при разных графиках сна. И если вам это действительно работает, в принципе, можно попробовать. Но не факт, что это будет легко и хорошо. Потому что, например, было проведено довольно много экспериментов, когда людей помещали в пещеру. И в пещере у них не было ни часов, ни солнечного света, ничего. И просто смотрели за тем, как они в такой ситуации спят. И подавляющее большинство людей в такой ситуации все-таки сохраняет более или менее 24-часовой цикл. То есть они более или менее один раз в сутки длинным образом спят, и более или менее один раз в сутки длинным образом не спят. Но другой вопрос, что этот цикл смещался у кого-то ближе к 25 часам, у кого-то, наоборот, ближе к 23 часам. И вот это наиболее адекватная попытка объяснить то, бывают ли вообще совы и жаворонки, и как они устроены. Если да, то, возможно, это люди, у которых их внутренние биологические часы склонны к тому, чтобы спешить, или склонны к тому, чтобы отставать. Поэтому они либо успевают устать слишком рано, либо не успевают устать совсем, когда пора ложиться спать. Спасибо вам за лекцию. Спасибо... аудитория за вопросы. Как вы считаете, это именно ваше мнение по поводу вот этих различных методик сна, которые можно найти в интернете? То есть говорят, что есть методика сна от одного какого-то известного человека, который там спал 2 часа, потом сколько-то часов бодрствовал, потом снова спал 2 часа и так дальше. Ну, то есть это индивидуально или это вообще бессмыслица, или это вообще просто, или есть все-таки о чем задуматься? Спасибо. Ну, смотрите, я уже говорила, что, по всей видимости, не здорово спать слишком короткими кусочками. Не здорово спать кусочками, во-первых, вообще слишком короткими, а во-вторых, если вы спите более длинными, то неплохо будет, если они будут кратно полутора часам примерно, потому что если вы спите именно 2 часа, то получится, что вы прошли стадию быстрых движений глаз, погрузились обратно в медленно-волновой сон. В медленно-волновом сне просыпаться более некомфортно, вы чувствуете себя более разбитым, возможно, потому что у вас жидкость из мозга не успела оттечь, но это спекуляция абсолютно, это не научный вывод. Вот, поэтому, ну, в общем и целом, понятно, что человек, он такое существо такое, которое может много к чему приспособиться. Если у вас есть время и возможности, вы можете экспериментировать с разными циклами, но многие люди обычно потом все равно приходят к тому, что человеческий цикл им кажется наиболее нормальным. У меня вопрос, даже на 2. Первый, как... Ладно, это один. Как заставить себя уснуть, если прям вообще не хочется, а понимаешь, что надо, а времени вообще мало? Вы знаете, это проблема общечеловеческая. Я тоже от нее страдаю в значительной степени. Это некая история про самодисциплину, про интеллектуальную самодисциплину, про способность остановить мыслительный поток. Именно поэтому многим людям помогает, например, считать что-нибудь, овец, кому-то помогает думать о чем-то таком специально очень приятном, о каких-нибудь там великих богатствах и успехе у девушек и так далее. То есть, в общем и целом, смысл в том, что у нас происходит вот эта бешеная дневная обработка информации, бурная, обдумывание каких-то страхов, каких-то проблем, каких-то тревог, и оно вызывает у организма ошибочное чувство, что сейчас не время засыпать, сейчас надо быть бдительным. Это история про самодисциплину, про то, чтобы перестать думать о том, что, о тех проблемах, которые предстоит решать, так, чтобы это вызывало эмоциональное возбуждение. Но как это сделать, я не знаю, могу в утешение рассказать анекдот. Если хотите. Один заяц решил, что у него тяжелая жизнь. Заяц думал, что ему с этим делать, пришел посоветоваться к сове. Сова, в данном случае совпадение случайное, не поэтому сова. Сова говорит: знаешь, ну вот у меня есть для тебя хорошая идея. Ты стань ежиком. Потому что если ты станешь ежиком, у тебя будут иголки, ты сможешь свернуться в клубочек, никто тебя не будет обижать. Заяц идет, думает: классно, сова придумала, я действительно стану ежиком, это решит все мои проблемы, у меня будут иголки, меня никто не будет... Стоп. Возвращается к сове. Говорит: сова, сова, слушай, остался один вопрос. А как стать ежиком? Сова говорит: ну, заяц, ты спросил. Я не тактик, я стратег. Большое спасибо за лекцию. Недавно на N+1 была заметка о том, что алкоголь благотворно влияет, возможно, на долговременную память.
Возможно ли, что мозг под действием алкоголя находится примерно в похожем состоянии, как в каком-то из фаз сна? Нет. Спасибо. Проблема в том, что университетам нужны упоминания в СМИ, поэтому если иногда на какой-то маленькой выборке удается найти в алкоголе что-то хорошее, то об этом исследования обязательно публикуют. Но в долгосрочной перспективе алкоголь, к сожалению, плохо сказывается на мозге, особенно в том случае, если употребляется в больших дозах, начинает обладать и сам алкоголь, и в значительно большей степени продукт его переработки уксусно-альдегид, начинает обладать токсичным действием на клетки. И в общем и целом алкоголь для мозга, ну, в малых дозах не очень опасен, в больших дозах может быть токсичен серьезно, и для памяти тоже. Здравствуйте. А у меня такой вопрос: почему человек, когда он уже чувствует, что он засыпает, иногда испытывает чувство резкого падения и после этого просыпается? Вы знаете, меня само это очень озадачивает. У меня нет какого-то научного ответа в том смысле, что я не встречала описание этого явления пока что в научных статьях. Я попробую поискать, как только у меня появится на это свободный мозг. Но в общем и целом моя такая текущая бытовая гипотеза спекулятивная в том, что, может быть, это как-то связано с процессом приглушения отправки импульсов на мышцы, которые сопровождают любой процесс засыпания, несмотря на то, что это еще не история про паралич, что все равно происходит некоторый диалог между мозгом и мышцами про то, что, ребята, мы перестаем шевелиться активно, мы начинаем лежать расслабленно. Может быть, в ходе этого диалога в какой-то момент происходит отправка сигнала, который ошибочно оказался слишком сильным вследствие того, что мозг уже полусонный и плохо понимает, какие сигналы отправлять. Но это так. Это что? Нет, по-видимому, нет. Вот, не знаю, почему. Сама хотела бы выяснить. Если кто-то знает, скажите об этом. Спасибо вам большое за лекцию. Наверное, вас это везде спрашивают и каждый раз спрашивают, но все-таки стоит ли искать смысл в сновидениях? Если нам что-то приснилось, действительно ли это важно для нашего мозга, мы это подавляем? Что, как вы думаете, что говорит наука? Спасибо. Ну, смотрите, наука здесь говорит мало, а наука о такой фигне не разговаривает. Здесь здравый смысл говорит две вещи. Здравый смысл говорит, что, с одной стороны, действительно, когда мы обрабатываем информацию, довольно много этой информации проходит мимо нашего сознания, мимо нашего, по крайней мере, активного внимания. И в общем и целом можно предположить, что какая-то информация крутится в фоновом режиме, и это, в общем-то, работает для некоторых интуитивных решений. То есть там, допустим, мой любимый пример, когда вы бегаете по пещерам, то вы в первые дни постоянно бьетесь головой, а потом, когда вы несколько дней пробегали по пещерам, вы внезапно перестаете биться головой, хотя у них постоянно меняется высота потолка. Вы совершенно не задумываясь, то пригибаетесь, то бежите в припрыжку, то начинаете ползти, то становитесь на четвереньки. От вас это не требует сознательных усилий, потому что мозг как-то вот периферическим зрением предсказывает, анализирует будущую высоту потолка и как-то без вашего участия отправляет сигналы на моторную кору о том, как именно надо идти. То есть, в общем и целом, много процессов обработки информации происходит без непосредственного осознания этого. И теоретически можно допустить, что что-то из этого попадает в том числе и во сны, в сны. Но, скорее всего, главную роль в явлении так называемых вещих снов играет, конечно, ошибка выжившего. Ошибка выжившего — это вот история про то, что дельфины толкают людей к берегу, как известно, но проблема в том, что мы не можем спросить тех, кого дельфины толкали в противоположном направлении. И если из множества снов какой-то случайным образом внезапно совпал с реальностью, просто в силу обычного совпадения, то мы его сразу запоминаем. Мы думаем: «Вау, фига себе, вещий сон». И запоминаем это в качестве подтверждения того, что сны бывают вещи. А остальные 10 тысяч снов, которые ни с чем не совпали, мы не запоминаем и не рассматриваем как контраргумент. Есть такой вопрос. Большинство населения человечества хоть раз в жизни, наверное, страдало в бессоннице. И многие приходили к способу считания овец. Почему эволюционно так сложилось, то, что многие люди считают овец перед сном? Почему не слонов или газелей или... Вы знаете, здесь на самом деле интересно, есть ли какие-то именно исследования этого вопроса. Скорее всего, это связано просто с европейской культурой, в которой было довольно развито овцеводство. То есть это была некая вещь, которая ассоциировалась с реальным опытом у людей. Реальные люди обычно не считают слонов, потому что даже в Индии не все так богаты, чтобы у них было целое стадо слонов.
а стада овец бывали у достаточного количества людей для того, чтобы они могли легко представить себе овец с тем, чтобы их считать. Возможно, нам в современном мире не следует считать овец, а следует считать что-нибудь такое, что нам легче представить себе в полусне, что мы видим более привычно, там считать ли машинки, например. Может быть, это будет, кстати, легче, потому что овца все-таки необычный объект для нас. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вопрос насчет быстрой стадии сна, быстрого движения глаз. Бывает такое, что происходит именно в момент сновидения, мы просыпаемся от резких движений, падаем с дивана, или вот известные смешные, но трагичные видео, когда собака начинает бежать и врезается в стену и травмируется. Вот что происходит, если мышцы в этот момент заблокированы вообще, по идее, да, но мы почему-то начинаем шевелиться и в итоге вот... Да, смотрите, это они в норме заблокированы. В норме они заблокированы, но получается, что мозг это некий такой, что сон это некий такой процесс, который наступает в одних частях мозга, наступает в других частях мозга. И возможно такое, что вот в принципе для мозга это уже стадия быстрых движений глаз, а паралич для мышц не наступил, не донаступил. То есть просто такое рассогласование, такой глюк, который иногда бывает и у собак, и у людей. Бывает противоположный глюк, бывает то, что называется сонный паралич. Это когда человек просыпается от ужаса, того, что он не может пошевелиться, у него мышцы все еще заблокированы, а при этом он как бы уже не спит. То есть просто потому, что с разной скоростью проснулись или заснули разные участки мозга. Это не очень часто, но в принципе возможно. Мы должны перейти к сеансу идолопоклонства. Ну, по регламенту вопросы у нас закончились. Если еще что-то хотите сказать, скажите. Да нет, в общем, спасибо, что пришли. Мне очень приятно снова быть в Харькове. Да.